Продолжение расклада «Открытие дорог на любовь». Продолжаю. Было короткое видео. Давайте спросим, а что здесь? Вот меня заинтересовал один момент. А что стало преградой? Почему у вас не получалось любви, несмотря на то, что у вас были все ресурсы, все силы? И высшие силы вам дали шанс, очень много было, все кубки наполнены были. Что же мешало? Что такое? Вот, что за десятка такая была? Давайте спросим. Но что мешало? Мешало. Карта-то хорошая вышла. Возможно, знаете, вот я поняла. Сейчас подумаю. Я поняла. И в кофе. Мне в кофе сначала назрела тема, увидела это, да. Рано радовались, я так скажу. Рано радовались, много говорили. Много кричали о своей любви, а об этом рассказывать никому не надо. Вот всегда запомните, что бы вы ни делали, что бы у вас в личной жизни не было, это должно быть вашей тайной. Никому об этом рассказывать нельзя. Вот и в кофе показывает, смотрит. Никому не надо выставлять ни соцсети свою личную жизнь, да, ни кому-то говорить об этом, да, ни кому-то что-то показывать, не рассказывать, пока вот это не случится, и даже случилось уже у вас семейная жизнь, вы встречаетесь, вы общаетесь, да, молчите об этом. Счастье любит тишину, а вы сильно об этом кричали. Вы сильно об этом всем говорили. Никому, даже, казалось, ваша подружка, да, люди имеют свойство завидовать. И вот и это все разрушает. Это как по десятке вот мечей, это все разрушило. Потому что любой человек, он хочет, чтобы у меня нет, а у него это есть. И не бывает зависти белой. Бывает, это любая зависть, она разрушительна. Вот. Но будет исцеление, будет исполнение желаний. Мы вот так прикроем, да, вот эту вот всю вот карту. Мы прикроем эту десятку, да. И смотрите, дороги открываются у нас, жизнь к лучшему меняется. Просто для вас это как урок. Всегда держать в секрете, да, тайно, чтобы никто не видел и не слышал о вашей личной жизни вообще. Если вы хотите быть счастливой, запомните, храните тишину, храните молчание, закрывайте глаза всем на вашу личную жизнь. Это ваша, на то она и есть личная жизнь, да, лично ваша и ничья более, чтобы никто не видел вашу личную жизнь, никто не слышал вашу личную, про личную жизнь, как ты с ума сошли. Так, брысь отсюда все. Да, то есть и над отношениями нужно работать, над отношениями нужно работать, да, чтобы что-то получить, надо что-то все-таки вкладывать, и за отношения все равно нужно бороться, да, это отношения не просто наблюдать, вот что-то рушится, и мы наблюдаем, сидим просто и наблюдаем, нет, не наблюдать, а нужно что-то делать, да, что-то предпринимать. Как-то, если видите, что какая-то между вами проблема, нужно ее тут же решать, нужно что-то делать, почиститься, да, то есть действительно очистить свой путь, очистить себя, как-то помочь. Ну, мужчина не очень в этом, да, но есть разные мужчины, конечно, вот, но как-то видите, что-то не так, ну, можно же тоже и на еду что-то, знаете, там поговорить. Всегда это было. Берем, как бы там ни говорили, да, языческое. Все, магия произошла от язычества. В смысле, все и христианство, и все, смотрите, да, вот, знаете, вся история. То есть все произошло, все с древних истоков, все это язычество. Все древние ритуалы эти, да, то есть все оттуда. Наши предки знали, как привлечь, как завлечь, как убрать болезни, да, все на еду, на соль. Ну, соль раньше эта проблема была, на воду, да, то есть на еду с шепотками. И все это работает, вода камень точит. И нельзя думать, что вот сейчас скажу еще про ритуалы. Когда мы делаем ритуалы, почему вот тоже не сбывается открытие дорог или еще что-то, не надо ждать мгновенного действия, не надо бегать по всем мастерам. Сходили к одному мастеру? Держитесь этого. Вы разрушаете, вы магию на магию делаете. Это не дает ритуалу раскрутиться. Ритуал не будет работать. Вы побежите к другому магу, ну и что? Он просто это разрушение предыдущего ритуала. Но и здешний ритуал тоже работать не будет у этого мага. Запомните это. То есть начали, ждите. Месяц прошел, два прошло. Ждать надо. У всех ритуалов раскрутка разная. От 3 дней до 8 месяцев. Вот.
А если вы разрушаете, высшие силы смотрят, ну и бегает, и бегает. Ну и пусть бегает, и так и будет всю жизнь бегать. Не надо об этом кричать. Сходили кому-то, не надо рассказывать подружке. Ой, я нагадала, сейчас у меня все хорошо будет. Да? Ой, я сделала ритуалчик, ждите. На финансы также. Сделали что-то, ждите, что-то делайте для этого, работайте. Да? Но не надо кричать об этом тут же подружке. Беги туда, там хорошо, я тут же сделала. Да? Просто, если у подружки проблема, дала визитку, дала телефон, сходи к этому мастеру. Что ты там делаешь? Делала. Все, это тайна за семью замками. Вот, ну, не слушайте меня, может, кто-то там, не знаю, не доверяет, спросите других мастеров. Поэтому начали работу с одним мастером, работаете, сделали ритуал, молчим, что-то делаем для этого физически, и тогда будет осуществление планов, и будет тогда ваша победа, и будет мужчина. Но счастье требует тишины, что в личной жизни, что в работе, во всем, даже что-то получилось. Не надо кричать об этом на каждом шагу. Получилось, поставили свечку, пошли там, если вы христианин, поставили свечку в церкви, либо дома даже, да, высшие силы везде вас слышат. Бог, он везде. Бог – это любовь, да, то есть, ну, церковь – это место силы, там, если вы мусульманин, помолились, сказали спасибо, да, своим, ну, своим богам, Аллаху сказали спасибо, поблагодарили, да, вас слышат, то есть благодарность, благодарность высшим силам за то, что вам дали, да, покормили птичек, пошли, да, если вы там не верите ни во что, покормили птичек, бездомных животных, это ваша благодарность этому миру. Сделали что-то доброе, помогли кому-то, да, это ваша благодарность миру. Сделали какое-то добро, это ваша благодарность миру. Но не кричим об этом, не хвалимся, никогда, не надо. Вот это и разрушило, понимаете, это стало разрушением. Вот. И вот, если будете так вести себя вот прилично, да? Молчать о своем счастье, молчать о том, что делается, молчать. Тогда будет мужчина, будет осуществление планов, будет все. Смотрите, какой солидный мужчина к нам пришел. Замечательный мужчина. Вот. Да, не сильно эмоциональный. А зачем вам эти эмоции? Зачем вам эти эмоции, которые вот через край, сегодня страсть, сегодня эмоции, сегодня прекрасно, а завтра все. Сегодня кричим об этом, что все замечательно, все, страсть, а завтра что? А завтра тишина и предательство, и уход, да? Нет. Поэтому. Вот он уже бежит, скачет к вам, скачет уже со своей любовью, да, то есть все по-разному проявляют свою любовь. Некоторые проявляют ее в поступках, некоторые проявляют ее в поступках больше, да, то есть смотрим на поступки, не на слова. И вот пара, вы пара, вот помощь высших сил идет, помощь высших сил, да, преодоление трудностей, выход из ситуации, все шансы выйти из этой ситуации. Вы этого долго ждали, работали, да. И вот вы императрица, смотрите, вот вы императрица рядом с императором, и вот вы пара, и вот вы пара, и вот счастье, вот предложение руки и сердца, высшие силы помогают, открытие дорог, все, все шансы у вас на это. Смотрите, у кого-то выбор из мужчин, у кого-то выбор из мужчин, за кого замуж выйти. Посмотрите, какие открываются у нас дороги. У нас чудесный расклад. Я работаю коррекционные расклады, да, то есть они как бы работают. Вот вы смотрите, есть какая-то проблема, мы ее прорабатываем, мы ее выговариваем, да, мы ищем проблему, мы решаем. И смотрите, Тара – это магический инструмент. Ну, правда, у каждого в своих руках он по-разному работает. Вот. И смотрите, дороги открываются, жизнь к лучшему меняется. Хоть заскриньте и смотрите, смотрите. Сколько мужчин сразу к нам пришло? Докопались до проблемы, решили ее, да? Все, поменяли, карты заменили и смотрим. Вот после этого расклада сходите птичек покормите. Птичек покормите, бездомных животных, да? Сделайте какое-то доброе дело, чтобы поблагодарите высшие силы. Заскриньте себе этот расклад и вот смотрите. Шанс на счастливое замужество, выбор из мужчин. Главное, не ошибитесь в выборе. Вот, слушайте свое сердечко. Все, быть добру, пока-пока. Это продолжение того расклада, что вот сняла до этого открытие дорог. Просто мне интересно было докопаться, что там за такая десятка мечей, что не мешало вам все-таки сделать правильный выбор, открыть дороги и стать счастливой, выйти в пару. Принимайте. Всем добра, тепла и хорошего жениха.
Верного выбора жениха. Слушайте сердцем, но и разумом. Вот императрица, она все-таки разумная женщина. Эта жена, она разумная женщина. В ней сразу четыре королевы. Вот в императрице сразу четыре королевы. И королева кубков миловидная такая, любвеобильная, да, милосердная. И королева мечей, она умная, разумная, да, то есть она принимает решения мозгами, да. То есть и королева жезлов, в ней огонь, страсть, это ведьма. Да, то есть, кто у нас там еще остался, забыл уже. И королева Пентаклей. Она земная женщина, она знает, как заработать денежку, да, она знает, как привлечь мужчину, как быть хозяйкой. Это хозяйка, это жена. Королева Пентаклей — это жена. А вот императрица, она вмещает в себя все четыре королевы, да, и мозги, и любовь. И все, что нужно, как бы, и для семьи, для создания семьи, как себя вести, да, и страсть. То есть она во всех ипостасях такая супер-женщина, супер-жена. Вот. И смотрите, чтобы быть такой, да, вот что-то тоже нужно сделать. Что-то нужно сделать для этого. И смотрите, вы супер-женщина, супер-женщина, вот. Главное стремиться к этому, стремиться, и рядом будет такой же мужчина, да. Нужно подумать, а что я ему дам, чтобы вот я... Тоже нужно быть такой прекрасной. Все, бежим, работаем над собой. Вселенная дает вам все шансы для этого. Главное, молчите, ведите себя как императрица. Не кричите о своем счастье, не кричите о том, что вы делаете. Все делаем в тайне. Все прячем счастье от чужих глаз. Домой завели семью там с мужчиной. Завели семью, никого домой не водим, да, не показываем, не хвалимся, как у нас все замечательно. Это разрушает счастье, это разрушает целостность. Вот. Все, всем добра, тепла, хорошего жениха, замечательного выбора. Пока-пока.